Ярко, торжественно, эмоционально. Конкурс «Плюс сайз красоты. Леди Мармелад» изначально планировался как масштабное профессиональное шоу. Грандиозному финалу предшествовала серьезная подготовка, ведь участницы проекта не связаны ни с модой, ни с шоу-бизнесом. Алена Кослякова работает на заводе. Людмила Шибаева, косметолог. Наталья Фишер, мама двух замечательных сыновей, мастер маникюра. Яна Шук работает руководителем отдела кредитования и страхования в автосалоне. Татьяна Волкова, дизайнер среды, работает инженером 8 лет. Ксения Боровлева работает бухгалтером. Уроки вокала, танцев и актерского мастерства, подиумный шаг и занятия с психологом. Такая насыщенная программа многим давалась нелегко. Они у нас и плакали иногда, и смеялись. Но мне что понравилось, что они реально понимают, что это не конкурс, это уже проект. И они помогают друг другу. И наоборот, все говорят, я хочу, чтобы выиграла ты. Я хочу, чтобы выиграла ты. Вот мы от тебе не жалко отдать корону. То есть они уже больше друзья, чем... Ну, этот финал сегодняшний, это больше как итог их подготовки, а не конкурс. Конечно, сегодня уже какая-то долька соперничества, но у нас все друг другу помогают. И мы стали большими подружками. У нас нет соперничества. Мы никто не думаем о главном призе, мы просто получаем удовольствие от самого участия. По большому счету это просто галочка на самом деле, но тем не менее, конечно, хотелось бы поносить корону и стать королевой красоты. Это безусловно, это хочет каждая из нас 23. На данный момент мы команда, мы не конкурентки, мы все разные по конституции, по возрасту, по занятиям, по своим номерам. Мы не знаем, как нас будут оценивать. В подготовке к конкурсу было много приятных моментов. Посещение косметологов, профессиональный мейкап и укладки стилистов. Но были и занятия, которые заставляли, что называется, выходить из зоны комфорта и преодолевать себя, бороться с комплексами. И те, кто смог выдержать испытания, по праву считают себя победительницами. Конечно, всем полюбились занятия по танцам, по вокалу. Они говорят, нам уже не важно, кто что займет, мы хотим еще на танцы. Я не сталкивалась с танцами. Я не думала, что я могу пойти и танцевать просто, вот, танцевать на сцене. Все, но для меня это самое большое открытие. Я укрепила понимание того, что у меня много талантов, но решила, что четко, твердо, наконец-то займусь восточными танцами, хотя не могла лет 5 дойти до этого. Преодолевать, конечно, да, то есть это внутренний какой-то страх, может, какая-то неуверенность в себе. Вот, соответственно, мы все с этим боролись, в том числе и я, и поэтому сейчас все преграды разрушены. Я бы не назвала это сложным, есть такой термин, приходилось выходить из зоны комфорта. Да, такое было, но после этого мы все стали только лучше. Основные баллы участницам конкурса присуждались за творческий номер. Артистизм и умение подать себя на сцене также важно, как концепция номера и соответствующий костюм. Я вообще не очень творческий человек, но тут у меня будет очень творческий номер, я танцую восточный танец. Очень зажигательный. Танец дался нелегко, очень много тренировались, в итоге, надеюсь, все получится. Хоть замужние, но, в общем, тоже несчастливые. Мужья в их доме, гости редкие. Друзей моих медлительный уход. В той темноте за окнами угоден. Понравилось тем, что как героини себя по-новому подали. Потому что я видел фотографии, сделанные в начале проекта, да,
в Инстаграме размещали, в соцсетях, и как на сцене вообще другие люди, и прям для некоторых девушек, дам, это было нелегко, наверное, так раскрепоститься, но это классно на самом деле, себя сделать по-другому, себя, на себя посмотреть и превзмочь себя. Так что они молодцы. Образ, самопрезентация, артистизм, внутреннее содержание. Безусловно, работают стилисты, безусловно, работают хореографы, работает вокальная группа. Мы стараемся открыть, вот достать вот этот внутренний, вот эту жемчужину из каждой женщины и представить, что-то получилось, что-то не получилось. Это первый блин, надеюсь, он не комом, и он доставил как зрителям, так и участникам удовольствие, радость и вдохновение. И хоть призовых мест всего три, а главная корона вообще только одна, призы в этот вечер достались многим участницам. А некоторые даже получили предложение о сотрудничестве от магазинов одежды и фотостудий. Тройка финалистов выглядит так. Это Ольга Решетиловская. Анастасия Бахтеева. Она нас покорила, удивила. Яна Шук. Яна Шук, мисс Леди Мармелад. 2019. Как признавались участницы за кулисами, после финала они непременно будут скучать по репетициям и занятиям. А что почувствовали финалистки на следующий день после конкурса, мы расскажем в ближайшем выпуске программы «Beauty Time».